Приветствую подписчиков, а также зрителей моего канала. Сегодня у нас на ремонте стиральная машина LG. Жалобы такие, то что старт-пауза, кнопка не работает. Итак, начинаем демонтаж. Снимаем сначала верхнюю крышку у данной машинки. Там два самореза с задней части. Вот снята верхняя крышка, защитный кожух. И сейчас нам нужно снять переднюю панель, панель управления. Вот, и она держится на клипсах специальных, тут вот защелки. И два самореза, вот они эти удерживающие элементы. И снизу, вот они, две штуки. Вот, все, извлекли переднюю панель полностью. Ну, теперь будем отсоединять штекеры, разъем, вот они. Они уже помечены были с завода. Вот, так что тут труда никакого не доставило. Все извлекли, теперь вот эти три самореза откручиваем и уже снимаем плату с передней фальшпанели. И вот сняли, сейчас проверяем кнопки. Видно, что три кнопки хорошо щелкают, издают звук, вот эти вот, вот кнопки. А наша кнопка, которая неисправная, старт, пауза, вот она, но она уже вяло как-то работает. Не слышно такого щелчка. Итак, откидываем переднюю панель. Вот они, удерживающие вот эти клипсы. Их немножко отгибаем. Вот тут немножко сильно пошло. И отпаиваем кнопку. Она держится на двух контактах. Двухконтактная кнопка обычно бывает четырехконтактная. А это всего два контакта. Подбираем подходящий по размеру кнопку. Вот отпаяли, пустое место. Извлекли старую неисправную. И вот подобрал такую же, от какого-то тоже устройства. Сейчас он будет вставлен на место, на новое место вернее. Вот запаяно. По размерам, по габаритам и по высоте она у нас подходит. Но это самое главное, чтобы у нас кнопка сработки хорошо работала. Вот старая кнопка, вот так выглядит она. Итак, обратный процесс сборки, установки, но не закрепляем жестко, так как нужно проверить сначала. Включение. Старт-пауза. Сработка произошла. Так, выключили. Ну, это первое пробное включение было. Сейчас будет включение уже, подсоединив полностью, собрав машину, подключив воду. Сейчас устанавливаем просто обычный режим полоскания. Как тестовый, посмотреть, как машинка работает у нас после ремонта. Итак, запустили, установили режим полоскания. Кнопка старт. Щелкнула дверь, зафиксировалась. И пошло набор воды. Вот, и будем ждать процесс, как все это у нас отработает, выключится. Проверяем стоп, паузу. Все работает. И срабатывает с первого нажатия, что и требовалось там доказать. Ну, а дальше уже просто идет чисто технический прогон аппарата. Вот мы видим уже, к концу идет, завершение идет работа данного устройства. Ну, в принципе, хозяева будут довольны. Вот некоторые моменты, название этой машины, LG, литер, номер, также серийник его. Всем удачи, подписывайтесь и до следующих видео.